Друзья, привет всем, вот очередная отправка. В общем, выложил вчера видео по куну на Inmar F220. Это тоже на Inmar, но FD220, по-моему. Это более старая модель. Трактор мне нравится. Он прочный, крепкий. Я этот трактор знаю. Это кун первый, который мы делали, Termix. Это вот его аналог. Сделали все в нашем стиле, крючья, щечки, здесь две лапки привязали на электрод пятерка, не потеряется. Также есть вот здесь вот упаковка у нас, там идут шланги, комплект, распределитель, болты и так далее. Болтов сейчас мы крепление не ставим, потому что с болтами, во-первых, проблема, а во-вторых, ну, люди их всегда меняют на свои какие-то там японские, где-то находят по своей резьбе, по своему размеру и так далее. И с болтами вообще у нас проблема. Здесь ставим болты сейчас простые, здесь они 14 стоят. Ну, их хватит, но я бы, конечно, заменил на более крепкие колены и так далее. У нас просто их нет. Вот в магазины заезжаешь, нет болтов, то есть ассортимента нет абсолютно. Так что не обессудьте, кому делом. Этот кун еще по старой цене, а заказ ушел еще до начала боевых действий на Украине по старым ценам, поэтому делали долго. Его человек сейчас получит, надеюсь, у него все подойдет, все будет хорошо. Еще раз говорю, заказывайте косилки, копалки. С кунами пока мы сейчас завязываем, делаем их очень мало сейчас, очень редко. В основном сейчас будем делать копалки и косилки. Так что звоните, пишите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!